Твери сотрудниками полиции пресечена деятельность наркопритона. Об этом сообщает ГТРК Тверь. По материалам следствия его организовал 48-летний безработный. Житель Московского района сдавал свою квартиру на Октябрьском проспекте наркозависимым. Правоохранителям удалось туда проникнуть. В помещении в состоянии наркотического опьянения находились хозяин квартиры и его гости. Изъяты приспособления для курения, а также предметы для употребления наркотических средств. В квартире найден наркотик N-метилофедрон. По словам хозяина квартиры, он сдавал ее в обмен на наркотики. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим Телеграм и Яндекс Дзен, вести.ру Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс Дзен и Телеграм.